Название. Бабуль, я приехал. Ага. Да. Дядя Вась, здрасте. Здорово. Бабушка. Да. Ну, я сказал, устрою. Нормально будет получать. Нормально. На, еще что-то хочешь? Да. Не очень довольна, да. Нам пора, ба. Парковка платная. Позже наберу, давай. Как дела, дядь Вась? Значит, первое, если приехал ко мне работать, я тебе не дядя Вася, а Василий Иванович. У тебя удостоверение охранника с собой? Ага. А что за объект? Нормальный объект, прекрасный. Воздух, тишина и мертвые с косами стоят. А вы же говорили, что в Москве работа. Ну, знаешь, Москва понятие растяжимое. Я вам скоро на самый Магадан натяну. А здесь нормально. Птицы есть, совы всякие. Раз. Сюда внимание номер раз. Здесь братва лежит, она нас кормит. Бронза, позолота, сплошной цвет нет, короче. Ворота запирай обязательно. Следи и днем, и ночью, чтобы трупы в чужих могилах не подхоранивали. От мрамора до гвоздя все по нашим расценкам. Памятники старины, а может, новодел. Главное, не сходить с тропы после заката. Почему? Мертвецы утащут. Thank you.
Даба, слушайте. Да, уже работаю. Зарплата идет 22 тысячи. Я не могу сказать, он запретил. Ну, крышу тебе сделаю. Ты у Александра Адольфовича должи, скажи, я заработаю, пришлю. Ба, ну перестань. Ну какие бабы, бабуль? Подожди, я тебе перезвоню, баб. Простите, а вы наш новый сторож? Я охранник. А вы сокращаете дорогу через кладбище? Наоборот, я домой иду. Ну, я бы с радостью жила бы в другом месте. И как вы теперь пойдете? Придется обходить. Извините, если что. До свидания. Подождите. Я все равно буду делать обход, поэтому мы можем вместе... Вместе веселей. Спасибо. А чем отличается сторож от охранника? Сторож спит, а охранник бдит. Что? Глаголы вроде похожи, а действия разные. Тогда вы наш первый охранник. Приятно. Предыдущие все были сторожа. Пойдемте. Вам самому тут не страшно? А кого бояться? Привидений. Привидений? Ну да. Привидениям цветные металлы не нужны. Вот людям другое дело. Значит, вы мертвых охраняете от живых? Получается, что так. И если украдут, вы заметите. Фотографическая память. Спасибо. Да я проводил вас дальше, но не могу. Служба. А вы приходите еще. Я тут чебуреки сделаю. Завтра. Я приду. Хорошо. Я буду ждать. Здесь.
Патрон для противотанковых ружей калибра 14,5 мм. За основу взята 20-мм пушка В-20. В переходном варианте 50-килограммовый пулемет сначала установлен. На. Что же мне с вами делать? Вы же мне всю лес подорвете. На, ешь. Давай, ешь. Вот. Молодец, что отца не забываешь. Василий Иванович, пистолет бы мне. Случилось что? Пока нет. Но может. Отец твой тоже любитель был пистолетом помахать. И к чему привело? Ну, хоть дубинку, что ли? Вон тут тебе на взвод охраны. Василий Иванович, а что с прошлым охранником случилось? Ha ha ha!
Сбежал он, даже за шмотками не вернулся. 3 дня тут все без охраны было. На 2 могилах родственники успели памятников понаставить. Все, трудись. Ку-ку. Вот. Через забор перелез? Ага. А это что? А тут всегда ты, когда родились, померли, а к ним родственники приходят. Не понял. Ну, рюмку оставляют, а я за помин души с уважением. К этому почти каждый день приходят. Ну, что мне делать? Я тут рядом живу. Другое кладбище искать. 30 минут. Фу. Чтобы на обратном пути отметиться зашел. Начальник, каждая вторая за твое здоровье. Молодой человек, сторож. Гришка мой где? Какой Гришка? Муж мой. Рюмки здесь полощет. Я его через забор видела. Муж? Да. Ну, иди сюда. Пусти меня. Сейчас я его позову. Лучше я сама. Я быстренько. Открой, а? Ведь нажрется же. Стыдно перед людьми. Дай Бог тебе здоровья. Ток-ток, я отметиться пришел. Жену видел? Конечно, каждый день прихожу сюда, навещаю. Вам что, дома времени мало? Злой ты, она 3 года как умерла, здесь лежит. А это кто была? Кто, в смысле? А? Она ж без цветов уходила. Перекинула через забор. А племянница Галка подняла. Сочувствую тебе, командир. Где она торгует? Ку-ку, где букет? А вам какие? По 100 или по 50? Ты чё? Букет из кладбища где? А я тут цветы ваши принес. Ты чего, брата моего знал, что ли? А, нет, я... Нет, я тут за порядком слежу. А вы как, через забор перелезли, что ли? Через забор. Калитку закрывай за собой. Эти убери. Завели. Эй, урод! Ты на мою мать дубину поднял?
Я тебе за мамку голову оторву. Ты знаешь, что я тебе за мамку сделаю, ты? Голову оторвешь? Ну да. Очень умный. Тебе конец, ты понял? И Алёша! Сюда иди! А ничего, что она цветы с могил ворует? А кому от этого плохо? Это мой район! Я тут хозяин! Понял! Твой понял. Да я тебя сейчас... Остынь. Ага. Слышь, уважаемый. С могилы брата цветочки воруешь, значит? Тихо, тихо, тихо. Это ж неуважение к мертвым. Понимаешь? Вот ты к мертвым. Как относишься? Извините, я не знал, что это могила вашего брата. Тьфу ты. Я ему про Фому, а мне про Ерему. Да я не о Косте. Я тебя вообще спрашиваю, ты к мертвым как относишься? Уважительно. Ну тогда, чтобы завтра у всех пацанов по букетику на могиле было. Понял? А я приеду, проверю. А еще раз узнаю, что наезжал, зарою. Могилу сам выбирать будешь. В этом смысле я полный демократ. Хорошо здесь. Душевно. Молодец. Так дальше и продолжай работать. Угу. Да нет, спасибо, мне не надо. За могилкой брата проследи. Угу. Оружие парню отдай и поехали. Значит, ночью тут кто-то бродит, а вам не страшно? Такая работа. А вы, ну, знаете, кто это? Ну вот поймаем, познакомимся. Но зачем вам его ловить? А зачем ему тут бегать? Ну, ночь, кладбище, а вы один. Так, все. Страшно стало. Да ну вас. Что, Ир? Мы вдвоем прошли кладбище. Теперь я, как честный человек, должен перейти с вами на ты. Хорошо, давай на ты. Можно я тебя провожу? Ночь все-таки. Нет, Коль, не оставляй свой пост. Я буду ждать тебя.
Ты что тут делаешь? Пиковую даму вызываю. Понятно. А чё плачешь? Не вызывается. И кто тебя этому научил? Брат. Он уже 5 раз вызывал. Дебил твой брат? Знаю. На кладбище через забор перелезли? Да, через дыру. Давай, иди. Иди, я сказал. Иди, сейчас шишкой кину. Кричи, если что. За мной. Зарою! Могилу будешь сам выбирать! Ты в глаза-то не свети! Кладбище закрыто! И собачку бери! Чё-то ты неласково встречаешь. Мясо и червяк тоже мясо. Это не растительная ткань, а животное. Любая животная ткань является, так сказать, мясом. Если это мышечная ткань, он же движется, червяк или моллюск. Но если у мышкового есть, значит, мясо, так? Просто оно более нежное. А чё хромаешь-то? Нежнее, чем птица, птица нежнее, чем... Издержки профессии. Какого-то придурка полночи гонял. Уверен, что придурка. Умные по ночам не бродят. Вор, наверное. Про маньяка. Слышал? 8 трупов за месяц. Про какого маньяка? Где вы тут носились-то? А в старушке фотографии это отец твой? Погиб на службе. У нас бывает. Странно, зачем он сюда повернул? Напрямую до ворот ближе. А ты посвети. Слушай, а может быть, он к севбелогу шел? А тут ты с этой зубочисткой. Вот он и припустил. А вы думаете, он тут живет? Фонарик погаси. Вот тут подвал замурован, а там дыра. Угу. Макаров. Угу. Модернизированный. Ага. 12 патронов, да? 12, да. Тоже Макаров, да?
Чё там? Чё-чё? Тебе ногу сломаешь, вот чё! Пусто. Бомжатские лежанки и керосинка одна. Ну ты как? Нормально. Ну чё, выпустишь нас? М? Как? Записать-то? Мент запиши. Чё, ребят, засаду будете делать? Ну, это уж как начальство решит. Сам-то чё теперь? Увольняться? Не, мне увольняться никак нельзя. А что так? Ну так, личное. Чё, подженился, что ли? Ну, тут не место, конечно. Ладно. В случае проблем звони. Если успеешь. Кто здесь? И с нее начнем. Работаем? Да. 5 охранников за последние 2 недели с ужасом убежали отсюда, из этого зловещего старинного кладбища. И у нашей программы только один вопрос. Почему? Что стоит за этим? И как это прекратить? Что там? Здравствуйте! Продолжаем. Эй, ребят, вы кто такие? Телевидение. У нас буквально 2 вопроса. Как вас зовут? Коля. Николай. Николай. Николай, мы очень быстро, буквально в 2 словах, опишите ужас, который вы испытываете. Какой ужас? Ну, как влияет на вашу жизнь тот факт, что вы постоянно чувствуете присутствие какой-то странной энергии? Никак не влияет. Ладно. Прямо сейчас у вас есть уникальная возможность. Вы можете обратиться через нашу программу к той зловещей потусторонней энергии, которая мешает вам жить, и сказать ей все, что вы хотели. Пожалуйста. И начали. Но если вам нечего сказать, давайте поговорим про некрофилию. Не бойтесь быть непонятым. Я свой. Николай! Ну что ж, вы сами все видели. Эта ситуация не требует объяснений. Тут явно замешано что-то не из этого мира. Снимай. Возможно, в теле этого парня живет потусторонняя энергия, и сейчас она завладела его телом. Злым духом мы хотим сказать, покиньте тело этого парня! Извините, есть кто живой? О, тут у вас проблемы? Бывает всякое. А вы чего? Понимаете, у меня тут сын, и я бы хотел поставить надгробие. Нельзя. Администрация не разрешает. У них такие цены. У меня столько нет, а сын... Нет, меня уволят, если я разрешу. Я искусственно состарю, никто ничего не заметит. Слушайте, ну это смешно. Да, правда. Это смешно.
Когда Саша погиб при исполнении, такие громкие произносили слова, по телевидению показывали. А Саша уже год зарыт, как собака. Только холм земли. Я постараюсь быстро. Угу. Ну и что это там происходит? Где? За углом, с вора у мисок. А, они мне ночью помогают. Жмуров гоняют. Чтоб больше я этого не видел, понял? Понял. Василий Иванович, а че это он там? А кто это? Че он там лепит на могиле? Все, пошли, мужики, работа ждет. Но он не лепит, это старик этот. Да я знаю, что это за старик. Я говорю, что ты ему там лепить позволил? На могиле. Потому что он же приехал с журналистом. С каким журналистом? Хотят снимать про отца, которому не дают сделать памятник. Твою дивизию. Ну и где этот журналист? Уехал. Посмотрел, что я ему не мешаю, и уехал. Он сказал, что будет приезжать, проверять, следить. Ладно, пускай ковыряется. Сын у него герой был. А ты молодец. Старался. Домой иди. Да давай помогу. Угу. Помог уже. Галка. Да отстань ты. Вам чего, семейка ребят? Ну так Ярса же вчера сказал цветы принести. Вчера? Он что, почуял, что ли? Вот те бабушки и близнецы. Не зря говорят. Что почуял, Василий Иванович? Вы про что? Смерть свою почуял. Вон мы ему могилу готовим рядом с братом. Ему КамАЗ в лоб по встречке вылетел. Он в своей машине как живой был. Только синий. Галка, что стоишь-то? Давай катите Лешку назад. Ничего мы ему больше не должны. Что стоишь-то, говорю, кати назад. Давай, давай. Иди. Пока, Галка. Слышь ты, пока, Галка. Я к тебе сегодня ночью с пацанами зайду. Так что вешайся, шнурок.
Видел. Набранный номер не существует. Давай руку. Руку давай. Значит, ты не родственник. Чего? Я говорю, ты не родственник? Нет. Друг. Знакомый. Хорошо знакомый. Здесь и здесь. А это что? А это я вызвал. Таков закон. Ясно. Пошумели, поругались. С кем не бывает. Он мне чуть кладбище не спалил. Заявление будете писать? Да нет. Во! А вот это правильно. Оно тебе надо. По судам потом затаскают. Биографию подпачкаешь. Мне главное, чтобы маньяка поймали. Да. Товарищ сержант, а наши когда с засадой придут? Какие наши? А что это такое? Коля! Ну хорошо, те два опера, которые приходили, ты их удостоверение внимательно рассмотрел? Фотографии там я не знаю. Темно было, они быстро показали. Ну вот видишь. Может быть, не из вашего отдела просто? И дали левый номер. Развели тебе, как пацана.
Товарищ сержант, а если я заявление напишу, что у меня в склепе маньяк? Гвоздь. Хороший был человек. Знаешь что? Пиши. Поднимем людей, засаду выставим, вертолет вызовем. Собаки придут. Вот только собака у нас одна. Это я. Ну ты пиши. Там лежанка в склепе, керосинка. Ой. Так она давно там стоит. Прятался один, уходил от уголовного преследования. Ярцев Константин. Брат. Он самый. Полгорода обыскали, а он тут хоронился. И чего? Да ничего, нашли потом. Мертвым. Разрыв сердца. И лицо такое, будто дьявол увидел. С тех пор стоит лежаночка. Тип вещдок на зидание потомкам. Товарищ сержант! Василий Иванович! Здорово. Напугал. Володенька, че приехал? Случилось чего? Так травма у нас криминальная. К тому же вот боец говорит, маньяка на кладбище видел. Непорядок. А вот так. Порядок? Порядок. Ну, бывай. Родная кровь называешься. Лучше бы я чучмега какого, ей-богу, на работу взял. Достойные люди с минуты на минуту прибудут. У меня тут менты на кладбище. А это что? Да это я хулиганство пресекал. Это самооборона получается. А резина моя при чем? Ее обязательно было за забор выкидывать? Ну, нехорошо начинаешь, Николай, просто ужасно. Милиция была, скорая. Завтра чего от тебя ожидать? Пожарные приедут? Куда пошел? А я? Лучшие люди уходят. Вот и Дима Ярцев. Вслед за братом, за Костиком, нас покинул. Брат брату, прах к праху. Димка и Костя, они никогда не отступали. Когда все было против них, они гнули свою линию и побеждали. А где теперь такие пацаны, кто не боится, не прогибается, кто слушает только себя? Не знаю. От души. Молодец, Иваныч. Хорошо организовал все. Достойно. Ну, знаете, ради Константина и Дмитрия. Господи. За Димона отказываешься? Даю. Заши. И чё? Это вы? А я цветы принесла. Тоже краденные из кладбища? Зря вы думаете, что все такие. Мне брат из больницы звонил. Он просил этот букет положить Ярцеву. Вы сможете? А то мне неудобно. Чего так? Совесть замучила? Не знаю. Вообще-то на него не похоже. Давайте передам. Коля,
Я слежу за тобой. Тихо, тихо, тихо. Эй, охрана! Я тут сдохну. Ой, слышь, здорово. Тут мой это, мой рюкзак еще на месте? А ты из-за маньяка сбежал? Да хрен его знает, кто они такие. Они? А ты думаешь, я от одного сбежал? Вышел. И нахрен отсюда. Может, оставишь? А он тебе нужен? Я музыку люблю. Оставлю. Будет тебе тут музыка. Вот ты как думаешь, кто они такие? Неизвестность. И что толку, что ты тебе ворот закрыл? Они через забор, а ты тут один. Надо собак вдоль забора рассадить. А что собаки-то сделают? Тут что-то надо посерьезнее. Ты знаешь, сколько отсюда людей до нас поуходило? Сваливать надо тебя отсюда. Кстати, Василий Иванович-то? Ну что, песик, опять воюем? Привет. 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 Ты вчера приходила? Нет, выходной был. Все просто. А ты ждал меня? Ждал. Маньяк, но я не слышала. А я видел. Он тебя пасет. Меня? Да. Ты единственная, кто здесь ходит. Аккуратно. Пистолет бы такой вот, Макаров, модернизированный. У него 12 зарядов. Коля, а если это он? Кто? Ну. Маньяк? Thank you.
Ты чего тут? Там собака. Как? Он был живой. Его брат покрывал, пока сам позавчера не загнулся. Потерпи, немного. А что с Ирой? С лейтенантом Скворцовой все в порядке. Лейтенант? Угу. Ловили на живца. Ну, такая работа, Коля. Ну, и тебя тоже проверить хотели. А ваш телефон такого нет? Ты номер-то правильно записал? Может, проверим? Держись. Ты все правильно сделал. Ты куда? А Ира тоже проверяла меня. Ира! Ир! Не дергай ее, сейчас не до тебя. Ира. Ты думала, я это он? Не думала. Все? Ты больше не придешь. Приду. Завтра приду. Жди. Коль, иди спать. Мы тут до утра и за твоим хозяйством посмотрим. Она незамужняя. Иди. Угу.
Коля, здравствуйте. А что тут произошло? Сторожка сгорела. Принес сегодня Сашин портрет. Сашин друг и коллега. Вместе они и погибли. Восстали из могил. Они пугают окружающих, но что же им нужно на самом деле? Мы отправились на старое кладбище, чтобы увидеть все своими глазами. На наш вопрос, что здесь творится, сторож неожиданно заявил. Какой ужас. Повлияет ли обряд изгнания на то, чтобы снова вернуть в это место жизнь? Никак не влияет. Неожиданно наш собеседник оцепенел. Его взгляд стал пустым и безжизненным, словно в него кто-то вселился. О чем думает кладбищенское начальство? Не пора ли властям обратить внимание на эту проблему? Ведь следующей жертвой можешь стать ты. Ходите, я вас не боюсь. Выходите. Нужно.
Короче, мы тут подумали. Пацан ты нормальный. Нам со всех сторон подходишь. Работай себе. Пугать мы тебя больше не будем. Раньше зачем пугали? А потому что трусам здесь не место. Да пошли вы. Оба. Подожди, Николай. Мы же не просто так. У нас дело к тебе есть. Василий Иванович только о бандитских могилах и печется. Моему старику для меня год не давали поставить надгробие. А ведь тут наш дом. Когда мы уйдем отсюда, никто из нас не знает. Наведи здесь порядок, и тебе останется. Тут денег хватит на все. Макаров купи, модифицированный. Мы, конечно, понимаем, что ты можешь с этими бабками смыться. Или нет, твое право. Проводишь меня? Коль, прости меня. Я должна была тебе сказать раньше, но мы решили с ребятами... Проехали. Сегодня мой срок пришел. Мне пора. Дембель? Ну, можно и так сказать. И куда теперь? В рай или в ад? Я не знаю. Хорошо сегодня. Красиво. Да, некоторые в дождь уходили. По грязи и в слякоть. Главное, чтоб сейчас не ливануло. Я успею до дождя. Как-то все так просто, как будто тебя на работу провожаю. Ну, представь, что так и есть. Так легче. Пока. Я тебя найду.
дергать, Вась, давай, дыши! Дыши! Как вы? Да какой я тебе, Василий Иванович? Я ж дядька твой, дядя Вася. Что ты устал, я тут у вас? Это вы? Чинарик еще. Как скажете? Спасибо. Тебе умер. Вот. Все точно. Мы посчитали. Но хотите, я могу разложить их тут везде. Только тут я сам. Подождите. Давайте я вам помогу. А вам не тяжело, а то вы хромаете все время. Галь, давай на ты. Давай. Коля. Галя, да, ты знаешь. Так я же помогу. Ну да, помоги. А мне день рождения. Дорогая бабушка, я познакомился с девушкой. Она красивая, с московской пропиской. Я шучу, она смеется. На тебя в молодости похоже. А долги мы все вернем. И домик новый поставим. Не переживай. Дядя Вася очень изменился. Все в какой-то санаторий просится. И вообще у нас тут много изменилось. Теперь я за главного.